то Бог велио, ко Бог наш. Ось, друже, милістю Божою, ми з тобою дожили до світлого і радісного свята Різдва Христового. Радістю сповнене все навколо. Радіють люди і ангели співають на небесах. Слава вишніх Богу і на землі мир, в чоловіцях благовоління. Праздник Рождества связывают именно с радостью. Но люди во все времена не всегда радуются, потому что житейские всякие проблемы, они как-то отравляют эту радость. И как вы думаете, Владыка, как людям научиться именно радости? Потому что скорбеть люди умеют, а возрадоваться душою о том, что приходит в мир Спаситель, это не всем по плечу. Радости тоже нужно учиться? Учиться надо не радости, а учиться надо тому, что происходит. Почему пришли волхвы? Потому что они увидели и верили, что по их представлениям является под этой звездой великий, сильный солнце правды Христос Бог наш. И этой верой тогда уничтожается корень зла, греха. Когда в центре жизни человеческой лежит грех и его следствие, наслаждение, удовольствие, всевозможные, сказать, ненужные человеческой морали дела, тогда человек уходит от этой радости, потому что нет у него веры, сопереживания. Так, как переживает природа, так, как переживают все. Звезда дарится небом. Волхвами дарятся великие драгоценные дары. А человек не может подарить то, что ему надо подарить. А подарить надо чистое сердце. Сердце чисто созиждило мне Божие, и Дух прав обновил в утробе моей. Но когда там нечистота в сердце, и имеется неправда, и всевозможные те дела, которые не разрешают войти Духу Божию в свое обиталище, в сердце человека, тогда и становится ему тягостно, и он не может радоваться и сорадоваться ни ангелам, ни пастырям, ни вифлеемским пастушкам, никому, потому что ему не до этого. У него есть свои какие-то личные дела, как теперь принято говорить. Это ваше личное дело. То есть нам надо уметь быть теми пастушками, теми простыми людьми, которые приходили и сорадовались Христу, сорадовались тому величию Божию, которое проявлено было здесь, в этом событии Рождества Христова. Но когда человек страдает неверием, страдает тем, что он верит во что-то другое, но не в Бога, вот тут-то и беда, что он никогда не будет радоваться основополагающему празднику христианскому Рождеству Христову. Владыка, вера – это тоже дар Божий, и для того, чтобы его стяжать, нужно иметь определенные душевные силы. Совершенно верно. Надо молиться об укреплении веры. Почему? Потому что человек, если не молится и не хочет, тогда он становится совершенно другим.
Вы помните в Евангелии, как пришел отец бесноватого отрока и говорит: ты можешь помочь мне, потому что я не могу. Я отпросил апостолов, и они не могли знать его. Господь вознегодовал, говорит: о, роды неверные, докуда буду с вами, докуда терпли вас? И придя, он исцелил этого отрока. Но когда пришлось именно самый момент, то Господь спросил отца: ты можешь сколько-нибудь верить? И тогда говорит евангелист: и возопил, не сказал, а возопил отец отрицати: Господи, верю, помоги ему, моему неверию. То есть человек приходит от веры, от вчерашнего неверия, когда его касается благодать Божия, когда его касается необходимость попросить Бога о том или другом. Так же само после того Господь услыхал от учеников: а чего мы не могли знать беса из отрока? И ответ был такой: за неверствие ваше. Это те, которые именно делали все по благословению Божию. Но вот этот момент Господь им сказал, что за неверствие ваше вы не получаете того, что хотели бы. Все зависит от нашего внутреннего человека. Или он осеивается верой. Это дар Божий, да. Но надо стремиться, надо молиться, надо уповать и надо желать этого. Если этого мне не нужно, тогда, конечно, его и не будет. А очень многие говорят: а зачем мне это нужно? Зачем мне это сегодня каяться? Зачем это надо сейчас и причащаться? Зачем мне испытывать свою совесть? Зачем мне это не нужно? Я и так хорошо живу. Но это сегодня. А завтра живем, как придется. Все это уже, некоторые говорят, это судьба, некоторые говорят, это его удача, а некоторые скажут, это промыс Божий, скажет церковь. Так как это по сути, оно есть. Есть промыс Божий, чтобы тот был инженером, тот был ученым, тот был каким-то великим гением науки, тот был никто. Ходить за каким-то трактором, сухой или что-то там такое. У каждого есть свое положение в обществе. И каждому именно дается мера веры по его усердию. Некоторые говорят: а как поститься? По мере веры. Некоторые могут не есть, удаляясь в пустыню, понедельки по две. В древние времена всю четыридесятницу не ели, потому что у людей была крепка, как адамант вера. Сегодня этого нету, сегодня нет, потому что люди сами не принимают в своем сердце то единое на потребу, которое является верою Господа нашего Иисуса Христа. Это самое главное. Владыка, без веры человеку невозможно прожить. Даже если он не верит в Бога, он... говорит апостол Павел, послание к евреям, кажется. Без веры невозможно угодить и Господеви, потому что нет цели. Помните, как Пушкин в свое время сказал? В свое время Александр Сергеевич написал стихотворение: цели нет передо мною, жизнь зачем ты мне дана? И так далее, и так далее. И до вечера митрополит Филарет Дроздов ответил его же рифму: не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана. Сам дополнил душу страсти и так далее, и далее, потому что известно его широкий диапазон жизни к Александру Сергеевичу. И он потом сказал: святитель Божий, прости меня, потому что я сказал такое слово. Да, когда человек бесцельный, он считает себя, что он кто-то. Или он одарен талантом, или он одарен деньгами, или он одарен какими-то... Вот. Но все это дар Божий. Надо этого не забывать. Что сегодня она есть, а завтра нету.
Владыка, мы только что встретили Новый год. Новый год – это замечательная, красивая сказка, в которую верят все. Но праздник, который мы встречаем, Рождество, это не сказка. Это самое, что ни на есть реальность, которая сквозь века пронизывает своей остротой. Совершенно верно. Это не сказка, поскольку об этом и свидетельствует сам, я его назову апологет, евангелист Матфей, который пишет в своей Евангелии. Книга родства Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама, сына Авраам ради Исаака, Исаак ради, и дает родословие. То есть не то, что он безызвестный кто-то, слушай Израилю, Мессия приходит. Жизнь начинается благодатная, и земное переходит в небесное. Вот это самое главное свидетельство для всех правоверных того времени. Потому что некоторые считали, и считают, что он еще будет, но он свидетельствует как правоверный Матфей Левий, сидящий на Метнице. Книга родства Иисуса, сына Давидова. Это очень важно. Для тех, которые сидели на законе и почивали на законе, знали, что придет Мессия. И он приходит. И он приходит для чего? С определенной целью разбить полностью твердыни ада, разбить своей смертью смерть и воскреснуть из мертвых. Это самое главное для человечества. И мы теперь по вере в Господа нашего Иисуса Христа спасаемся верою. Без веры почему и нет жизни вечной. И вот перед этой неделей апостол читался верою, придоша сквозь огни воду, верою победили царствие, верою прошли те, которые были в пропастях земных, то есть все святые, их же недостоин был весь мир. Они были с верой. Не сказано, что без веры. Они прошли и стали святыми. Только совершенство веры дает то, что дает святость и благородство у Господи. Рождество – светлый, радостный праздник. И, конечно, из уст правящего архиерея хотелось бы услышать слова приветствия и слова радости, которую несет нам этот замечательный и светлый праздник, который мы все очень любим. Дорогие братья и сестры, дорогие николаевцы, сегодня над нашей землей новая весть возвещается небом. Небо возвещает слава вовечную Богу и на земле мир, человеце и благоволение. Это явление Бога по плоти явилось самым главным событием мира, потому что Бог вочеловечился, чтобы человек обожился, как говорит Афанасий Великий. Сегодня в Вифлееме Иудейском рождается Сын Божий, рождается Тот, Который является спасителем, искупителем рода человеческого. Долго-долго человечество ждало того момента, когда явится над Вифлеемским полем пастушков ангел и скажет: «Я возвещаю вам радость великую, которая будет всем людям». И эта радость возвещалась еще 5000 лет до этого самого певцем Давидом. Воздашь мне радость спасения, Господи. Вот эта радость спасения приходит сегодня на нашу землю. Приходит Сын Божий и дает веру не только тем, которые здесь, в Вифлееме, но и далеким народам, которые, видя звезду, идут с верой поклониться Богомладенцу Христу. И пришедшая звезда стала
«Иди же, бе от роча», говорит евангелист. Радуются великие фолфы, принеся богатые дары. Радуются простые люди, пастушки, которые принесли скромные свои подарки ягненка. Радуются все люди, не радуется только Ирод, который думает, как бы сохранить царство за собой. Он знал, что приходит Христос. Он знал, но трепетал. И поэтому мы сегодня и празднуем этот праздник. Праздник веры, надежды и любви. Потому что этот праздник проявляет любовь, небо к своему творению, к человеку. Проявляет для того, чтобы спасти род человеческий от греха и его следствий. Я поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с этим мироспасительным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И какие бы теперь треволнения ни были, мы должны всегда верить, надеяться и любить Бога, спасающего нас от вечной смерти, дающего нам радость спасения. С праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа, дорогие братья и сестры!